Ну что ж, на ковер приглашается вторая пара бойцов Касьянов Макар Юрьевич. Хочет попробовать себя боец стрелка, является бойцом в легком весе 80 кг. Прозвище, возраст. И да, так, рост 172 сантиметра, вес 64 килограмма. Жена, двое детей, 13 лет, пошел заниматься английским рукопашным боем, позанимался 3 года и бросил. После этого до сих пор никаким спортом не занимался, увлекался музыкой, как он утверждает, пивом. Как и более нормальный человек, мотивится и много говорит. Если меня хватит на 1,5 минуты, то это уже успех. Поэтому давайте прямо сейчас поаплодируем этому молодому человеку. И его соперником сегодня будет Исаков Рашид. Хочет попробовать себя в боях. Легкий вес до 70 килограммов, прозвище Рашид. Живет в городе Барнауле, род деятельности Пова. Занимается рукопашным боем 1 год. Тренируется в школе Сигма. Рост 160 сантиметров, вес 58 килограммов. А кто уже выступил сегодня, то есть парни, кто боролся в первом бою, так скажем, уже можно просто ставить экипировку для того, чтобы следующие наши участники могли ее, так скажем, надеть и уже выступать в бою. Уважаемые болельщики, пока наши бойцы готовятся, их можно, конечно же, поддержать, потому что каждый, кто выходит сегодня на ринг, очень волнуется, хочет победить. И ваши аплодисменты, ваша поддержка, крики и шума во время боя очень важны для них. Не забывайте об этом в первую очередь. Здесь нужно поддержать бойцов громче. Дышись спокойно. Ничего не делал, лобки подбери, все. Его лобки подбери, смотри. Все, и дыши отдыхает. Его смотри, коленки.
кольцо вновь принимает в свой город. Тем участникам, которые уже завершили свой бой, просьба создать экипировку. Уважаемые гости, не забываем поддерживать бойцов. Ваша поддержка очень важна. Очень активно бойцы сегодня работают. Замечательно. Thank you.
Рашид, проходи в голову руками. Руки подними. Руки начинай. Он уже умер вообще. Действуй, Рашид. Следующий, третий парень бойцов.